Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире сыны Западной Армении диакон Нарек Петросян. Вопросы армян в Западной Армении. Омбудсмен Восточной Армении Тбилиси затронула вопросы, связанные с защитой прав вынужденных переселенцев из Арцаха. В отношении армянской общины Иерусалима наблюдается рост насилия «Франс-24». Сенат Франции требует ускорить поставки оружия в Восточную Армению. Гарман Ширван Нахачеван отреагировал на системную истерию Баку по вопросу сохранения армянского культурного наследия. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Диакон Нарек Петросян родился в 1988 году в селе Вахуаз Мартакертского района Арцаха. Преданный, чрезвычайно трудолюбивый, бесконечно добрый и заботливый, принципиальный, живущий болью и заботами солдата, храбрый, победивший смерть, гевонт эрец наших дней. Так говорят о погибшем в 44-дневной войне диаконе Нареке. Говорят с большой любовью и искренне, поскольку всеми любимый духовный пастырь действительно был носителем всех этих качеств. Нареку было 4 года, когда началась Арцахская освободительная война. В той войне потерял отца Азата Мартика. Начальное образование получил в Шуши, среднюю школу посещал в Эчмиадине. С 2004 по 2010 год учился в духовной семинарии Геворкян Эчмиадина. Учебу окончил с отличием. На начальном этапе поступил на службу в Центр христианского воспитания Первопрестольного святого Эчмиадина. Далее был назначен в полк вооруженных сил Республики Армении и отправился на службу в родной Арцах. Первые шаги духовной деятельности прошли в церкви Сурпаванес Макартыч Канаджам Шуши. Преданность Нарека была признана и оценена епископом Вертанесом Авраамяном. В дальнейшем молодому диакону предложили должность помощника духовного лидера Вооруженных сил Республики Армении. Диакон Нарек Петросян участвовал в апрельской 4-дневной войне. На боевых позициях в Мартакерте и Талиши воодушевлял военных. Нарек был солдатом и воином. Во время войны носил военную форму. 29 октября 2020 года, чтобы доставить помощь солдатам, отправился на одну из оборонительных позиций Мартуни. На груди Нарека был крест Ашота Ерката, крестом в руке он благословлял воинов. Любил повторять: «Храбрый пастырь отдаст жизнь за своих овец». Диакон Нарек Петросян пожертвовал жизнь ради родной земли и народа Арцаха. Покоится в пантеоне Ераблюш, рядом с любимыми солдатами. Вечная слава павшим в бою героям. Симон Вратян пишет: «Терян и Шаумян были хорошо знакомы с положением турецкой Армении и понимали, что единственным условием безопасности и возможности самоопределения Армении в те дни – это присутствие российской армии до окончания войны и нормализации обстановки. Однако более важными для большевистского правительства были мировая революция и дружественные отношения с мусульманскими народами. Сохранить российскую армию в турецкой Армении означало бы выполнять неблагоприятные работу для турок, и, как мы видим в дальнейшем, Турция и исламский мир имели большое значение для большевиков, и большевики уже вели переговоры с турками», – писал Братян. «Декрет от турецкой Армении ничего не меняет в жизни армянского народа. Переговоры в Брест-Литовске проваливаются, и турки переходят в наступление, захватывая один за другим армянские населенные пункты Западной Армении. Большевики, а затем и советская историография обвиняют немцев. Декрет об армянской Турции не был принят из-за них. Именно поэтому не удалось достичь перемирия, и война продолжилась. Фактически мы четко понимали, что Симон Вратян искал предлоги, чтобы Национальный совет Тифлиса не посылал армянские войска на западно-армянский фронт для защиты полководца Андроника. С 2020 года в Арцахе произошло то же самое, за исключением того, что Арцах был официально признан государством». Защитник прав человека Восточной Армении Анаит Манасян находится с визитом в Грузии. Об этом сообщает аппарат омбудсмена республики.
1 декабря Манасян приняла участие в Тбилисской региональной конференции по вопросам улучшения верховенства закона и доступа к правосудию для всех и организованной в ее рамках панельной дискуссии с участием высокопоставленных представителей международных организаций, также государственных органов, защитников прав человека разных стран. Целью мероприятия, организованного офисом в Грузии при поддержке правительства Германии, была оценка региональных тенденций и проблем верховенства закона в Восточной Армении, Грузии, Молдове и Украине, включая защиту прав перемещенных лиц. В рамках конференции обсуждались вопросы, связанные с обеспечением доступа к правосудию для всех и защитой уязвимых сообществ. Был представлен опыт стран-участниц в указанных сферах. Анаит Манасян также коснулась вопросов защиты прав человека, обусловленных безопасностью границ Республики Армения. Защитник прав человека достигла ряда договоренностей и в дальнейшем сотрудничестве с партнерами-участниками региональной конференции выразила готовность участвовать в новых инициативах, связанных с защитой прав человека. В рамках визита в Тбилиси запланированы встречи и дискуссии на высоком уровне по вопросам защиты прав человека. В обширной статье «Франс-24» затронула ситуацию в армянском квартале старого города Иерусалима, отметив, что в Иерусалиме крайне правые терроризируют местную армянскую общину, пытаясь заставить ее продать часть армянского квартала. Согласно автору статьи, наблюдается рост насилия в отношении армянской общины. Некоторые члены армянской общины даже заявили, что помимо вопроса выкупа земель, с каждым днем они чувствуют себя в безопасности все меньше и меньше. «Франс-24» отмечает, несмотря на запугивание, члены армянской общины готовы бороться и продолжат мобилизацию против строительства отеля посредством сидячих забастовок и демонстраций. В 2021 году историческая усадьба «Коровий сад» армянской общины Иерусалима приобрел австралийский бизнесмен с целью строительства отеля. Вот уже несколько недель армянская община, которая выступает против проекта, подвергается запугиванию со стороны новых владельцев. Всего за несколько месяцев эта парковка в Иерусалиме стала центром политических споров, пишет «Франс-24», отмечая, что эта зона въезда в старый город составляет 25% армянского квартала. Однако в 2021 году религиозные власти армянской общины Иерусалимский патриархат решил отдать этот участок и несколько зданий в аренду на 99 лет австралийскому бизнесмену. Сенат Франции рекомендует как можно скорее изучить возможность поставки артиллерийских систем в Восточную Армению, учитывая эффективность техники. Согласно сообщению Сената Франции, Восточная Армения недавно оформила заказ на 3 радара GM-200 от Талис. Также ведутся переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов «Мистрал-3». Также отмечено, 24 французских бронетранспортера типа «Бастион» уже отправлены в Восточную Армению, и еще 26 находятся на стадии производства. Власти Франции инициировали поставку оборонительного оружия в Восточную Армению. Различие между оборонительными и наступательным оружием на самом деле не так практично, как показала война в Украине. Не будем повторять те же ошибки и откладывать поставку оборудования, которое было необходимо изначально. По этой причине мы должны оперативно реагировать на все запросы властей Восточной Армении, особенно в связи с их потребностью в артиллерии, заявили во французском Сенате. Всеармянский союз «Гардман Ширван Нахидживан» отреагировал на системную истерию вокруг вопроса сохранения Баку армянского культурного наследия, отметив, что за столетие своего существования Баку сумел прославиться не только безупречной практикой этнических чисток, но также и культурного геноцида и подобных преступлений, и готовностью ловко отказаться от ответственности за данные преступления. В заявлении Всеармянского союза «Гардман Ширван Нахидживан» также говорится: «С момента создания государства Азербайджан армянское культурное наследие на территории исторических Гардмана, Ширвана и Нахидживана оказалось под экзистенциальной угрозой. К сожалению, в течение последних десятилетий мы стали свидетелем присвоения, искажения или прямого уничтожения армянского христианского культурного наследия самыми жестокими методами, что является следствием глубокого расового и
и религиозного дискриминационного сознания, которое царит в Азербайджане на государственном уровне. С 1998 по 2006 год при непосредственном участии подразделений азербайджанской армии были уничтожены тысячи уникальных хачкаров и надгробий армянского кладбища в Джуге, представляющие собой уникальные образцы материального искусства, а территория кладбища была превращена в тир. Если Азербайджан не признает своего преступления, то почему он не позволяет международным организациям изучить ситуацию на месте? Ответ очень простой. Когда невозможно отрицать реальность, на помощь приходят диктаторские методы запрета и фальсификации. Напомним, что Международный суд ООН в 2021 году 7 декабря принял решение о применении временных мер, потребовав от Азербайджана принять все необходимые меры для предотвращения и наказания всех актов вандализма и осквернения, совершаемых против армянского культурного наследия, включая церкви и другие места отправления культа, памятники, природные объекты, могилы и другие артефакты. Однако, даже после такого решения, Азербайджан беспрепятственно продолжает свои действия, о чем наглядно свидетельствует искажение идентичности в результате реконструкции церкви Сурк-Казачецос в Шуши, вандализм в отношении церкви Канаджам Сурб-Ованес-Мыкартыч, строительство дороги через историческое армянское кладбище Шуши, в результате чего неизвестное количество надгробий было повреждено или просто уничтожено. Подобное варварское поведение уже не ново для нас и мира, поскольку до осквернения армянского кладбища в Шуши военная машина азербайджанской нетерпимости уже проехала по армянскому кладбищу Монтина в Баку, уничтожив его практически полностью. Перечисление можно продолжать еще долго, до тех пор, пока Азербайджан не преодолеет комплекс этнофобской политики и не примет во внимание мировые стандарты гуманности и взаимного уважения. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами. Также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Western Armenia TV не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. И в завершении новостей послушаем Ерзуруми Ерк в исполнении Мурада Малхасяна. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!